Здравствуйте, это канал ТТ Баттл и я его виртуальная ведущая. В глобальной сети гуляет видео о том, как игрок национальной сборной Нигерии Олуфунки Ашонаэки раздает маленьким нигерийцам спортивный инвентарь и форму. Нигерия где-то далеко в Африке и всегда ассоциировалась с каким-то краем мира, но даже там поддерживают детский спорт. Сейчас в Украине настольным теннисом занимаются только те дети, у чьих родителей есть деньги на ракетки и форму, а многие платят и за услуги тренеров. Если бы здесь хоть иногда известные спортсмены раздавали ракетки и футболки детям из малообеспеченных семей, то, возможно, в итоге это спасло бы кого-нибудь от пивной наливайки. Может быть, и наши спортсмены проводят такие благотворительные акции, о которых мы не слышали. Напишите о таких в комментариях, если знаете. А теперь опять в Николаев, к противостоянию опыта и юности. Николай Кораблев против Полины Кривошеи. Ссылка на их предыдущую встречу будет в описании. Подписывайтесь на канал, здесь только оригинальный контент.
Thank you.
Thank you.
Ждем, ждем, ждем.